Снова всех приветствую на нашем канале «Вокруг водоема». Итак, друзья, выехал я на Макарты, а именно в Андреевку. Сегодня мы половим на фидерок. Давненько что-то мы на фидерок не ловили. Так что ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал, не забудьте нажать на колокольчик. Поехали! Не. Як статуя. То я наоборот, если сидю, все, блядь. Як стоишь, то нормально. Вчера теплее водичка была. Да не, Санек, все, ты просто перегрелся, блядь, из-за этого. А вечером купаться вообще классно. Вечером, да. Я тоже вчера блядь. Это как раз там... погода на карася. На карася, да. Я сколько знаешь, вот ветер, когда... Если ветер, все, еще всю сторону. И ляжь, вот, бач, ляжь, не а ляжь. Знаешь, за чего? Потому что это муль поднимается. А, и він оце ж понял. Ну. Вот. Еще слабо, слабо. Ух. Где слабо? Юр, давай. Даю. Ну, тогда за мулитаран. Поспешил. Поспешил? Угу. Там вроде нормально. Слабо. Не, там должно нормально дюрать. Нормально дюрать было. Я как раз тоже забросил. Ну да, потому хотя, что. Хотя карася-то нет. Ну я туда кидал, а оно вышло туда. Ну что? Да не люблю. Даже рановато. Рановато. У нас фидер чувствительный. У нас... Это слово, ты кажешь, а у меня другая была. Да, и почему я на фидер почепил убийца карася, а не патерностра, допустим. Просто на патерностре я попробовал половить. Сразу там поводок длинный получается. И, естественно, бычку очень просто хапануть и сразу же. А здесь, получается, поводочки очень близко возле кормушки. Вот, и бычку... Бычка, так немножко понимаю, кашка не привлекает. И есть возможность карасику и плотвички взять. Ну, все равно редко попадается бычок. Ну, не так, что каждый раз.
как на паттерностер. Да, на паттерностер хорошо, потому что чувствительно видно очень хорошо. Да, и здесь не хуже. Итак, друзья, будем заканчивать нашу рыбалочку. В общем, интересно, конечно же, половить на фидр. Очень интересно. Вот. Немножечко поймал. Сейчас покажу. Карасики, плотвичка, ну, где-то килограммчики есть. В общем, сейчас немножечко еще посижу, но уже буду полчасика и уже собираться. Нужно успеть на автобус. Итак, если вам понравилось видео, ставьте палец вверх. Также, если вы не подписчик, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать колокольчик, для того, чтобы быть в курсе о новых наших видео. Да, и если вам очень понравилось это видео, или просто понравилось, обязательно поделитесь своей социальной сетью, то есть или Facebook, или Одноклассники, что у вас есть, со своими друзьями. Также, друзья, комментируйте видео, очень интересно ваше мнение, возможно, у вас какие-то есть предложения. Вот что-то добавить в видео может. Пишите, не молчите. Ну или просто пишите в комментариях, что... Опа! Опля! Что-то есть. Ага. Плотвичка. Вот. Смотрите, у нее что-то с глазом. Наверное, поранило.